Это неправда. Нет, это неправда. Слушайте, может, его приворожили, как-то его замутили мозг? Каково вам, женщина, слышать вот такие слова от мужчины, которого вы любили, которому вы подарили двоих сыновей? Дим, я вам скажу честно, я до последнего не верила. То есть мне присылали статьи, где он это пишет, где он это говорит. Я это читала, но вы знаете, когда тебе кажется, что нет, может быть, это кто-то другой из него пишет, может быть, как-то переврали слова. Но не может такого быть. Но когда ты слышишь голос, это сложно, это тяжело, это больно, но... Надо, наверное, как-то жить и принимать эту ситуацию. Просто хотела бы понять, почему ложь, почему обман. А он материально-то помогает вашему жизни? Я к тому же, исполнительный лист есть. Да, в том-то и дело. Мы развелись в 2014 году. Так. В течение 2 лет Константин никак вообще не помогал, абсолютно. Пока... Но вы пытались как-то до него достучаться? Нет, нет, я сразу помогает, уточню, ладно, не помогает. Это его дети официально записанные... Да, конечно. Так. Конечно. Дело в том, что я такой человек, что я